Друзья, снова всем привет! В этом видео мы покажем вам, как варить равиоли свино-говяжие. Поджигаем конфорочку, ставим кастрюлю с водой, накроем крышкой кастрюлю, чтобы вода быстрее закипела. Теперь давайте определимся по количеству воды. Значит, на 1 килограмм пельменей примерно 3 литра воды. Если у вас полкило, то, соответственно, 1,5-2 литра воды. Итак, вода закипела, подсолим водичку. На 700 грамм равиоли мы добавим 1 столовую ложку соли. Кладем равиоли в кипящую воду. Теперь возьмем ложку и перемешаем равиоли. Старайтесь мешать обратной стороной, чтобы их не разорвать. И теперь ждем, когда вода еще раз закипит. Итак, смотрим, вода закипела, и с этого момента варим 5-7 минут и делаем огонь чуть потише. Ребята, все, равиоли сварились, вынимаем их из кастрюли и будем сейчас их пробовать. Друзья, ну все. Равиоли готовы. Надеюсь, вы научились их варить. Получается все очень просто и вкусно. Самое главное, равиоли это магазинные. Желательно, конечно, домашние самому. Можно слепить когда-нибудь, записать вам, показать, как это все делается. Но на данный момент мы показали вам, как варить магазинные равиоли. Ребята, посмотрите на нашем канале различные рецепты. Я думаю, вы подпишитесь, напишите свой комментарий, поставите свой лайк. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.